Мы живем рядом с Украиной, в Ростовской области, моя родина, и поэтому там очень много разных мнений на этот счет. Я считаю, что Украина будет меньше. Я думаю, что в течение 1,5-2 лет это все закончится. Скорее всего, какие-то части отойдут к Польше, какие-то, скорее всего, будут дружественными с Россией, что-то, скорее всего, может забрать себе Германия. Но вот самый центр где-то останется Украиной, и пусть она живет и здравствует, и пусть она будет богатой, но такой, как есть, она сейчас не останется точно. Людям, которые бедствуют, помогать надо, и меня никто не переубедит. В том, что воюют какие-то другие люди чужими руками, тоже уже никто не переубедит. Все устали. Моей маме 82, и она устала смотреть телевизор и рыдать. Мы уже отмахиваемся от информации и переключаем каналы. Это уже начинает надоедать. А если это надоедает людям, видит Бог, это скоро закончится.